Наталья, я очень рада, что наконец-то нам удалось посотрудничать в рамках проекта «Новая я». Очень давно хотелось поработать. А можно сказать, что сегодня ты прошла боевое крещение, потому что первая героиня досталась тебе довольно тяжело во всех отношениях, и ты с успехом, на мой взгляд, с этой задачей справилась. В трех образах намешано очень много вещей от разных дизайнеров, что тоже очень похвально, и получилось красиво, необычно и очень стильно. Предлагаю начать разбор этих образов. Первый у нас такой классический, casual, скажем так, вроде бы привычное сочетание. Джинсы, рубашка шифоновая и пальто. В первом образе мы использовали пиджак от нашего местного бренда Сикана. Ну, это пиджак, пальто, в принципе, можно использовать по-разному. Да. Он нам очень подходил, у него нет воротника, он удлиняет шею. Джинсы должны быть в гардеробе каждой женщины. Это как основа любого базового гардероба, да. А к пальто мы подобрали шелковую блузку такого приятного молочного оттенка. Образе удачное сочетание цветов, светлый беж с таким оливковым отливом, и по ткани очень гармоничный образ, и по силуэту, и по расцветке. Но для этого образа мы взяли одежду у Ларины Балтяну, тоже у нашего местного дизайнера. Очень универсальная вещь, платье, рубашка, причем она удлиненная, ее можно носить абсолютно с любой одеждой, да? Вы можете одеть и с джинсами, и с любым платьем. С цветочным принтом, с полоской, ну, с обувью любой, с кроссовками, с туфлями, то есть как угодно. Я думаю, такая вещь должна быть в гардеробе у Валентины, потому что, во-первых, глубокий цвет, да, серо-зеленый, даже хаки, но он очень подходит к ее новому цвету волос. Сверху платье-рубашка создала две вытянутые вертикальные линии. Что визуально вытягивает. Силуэт, и где-то нам удалось уменьшить объемы, да.